Гуччи на моих ногах, это свэк. Одеваюсь я весь черный, это блэк. Бриллианты, все караты, это блеск. Скоро буду я, бля, первым мой камбэк. Васап, нигас, катаны, с вами Трэп Бабулях, и это 4-й выпуск «Кто такой рэпер?», и в гостях Жаба. Кого? Ну, бля, Джаба. Джаба — 19-летний рут-рэп-исполнитель из Москвы, имя которого Борис Джибарян. Хип-хоп начал слушать за счет того, что его брат в то время слушал 50 Цента, и он это подхватил. А в дальнейшем Джаба начал слушать Янг Тага, Чиф Кифа, и Янг Таг является его главным вдохновителем. Музыку Джаба начал делать в 2016 году, когда ему было 16 лет. Он сам записывался и сводил свои треки. Сам Джаба скинул мне один из этих треков. Ice all on my chest, bitch, I'm cold-hearted. Pull up in that riff, I got a double parking. Niggas wanna hate, so I keep the carbon. I stay with some shooters, they gon' hit they target. Roll is larger, bitch, I beg your pardon. Сажусь в этот Uber, со мной дали партин. Небогатый нига, но нам вместе хватит. Перестань, малышка, Джаба все заплатит. Нахуй эти деньги, это грязь у мати. Па-па-па-па-па, я стреляю из АК. Первый трек Джаб выкладывает на SoundCloud 8 месяцев назад. Название трека — «Гуччи на моих ногах». Трек также был в его группе в ВК, где трэп-аудитория поняла его очень хорошо, что повлияло на сближение Джаба с Олджи Будой и Федуком, которые респектнули ему еще не раз. Гуччи на моих ногах, это свэк. Одеваюсь я весь черный, это блэк. Бриллианты, все караты, это блеск. Скоро буду я, бля, первым мой камбэк. Гуччи на моих ногах, это свэк, сука. Diamonds on my wrist, diamonds on my neck. Всем спасибо за поддержку, буду помнить век. Моим братьям, твоим блядям передам привет. Скользкий парень Джабо, я кричу повсюду слэк. Все сверкает, бля, вокруг, так красиво здесь. Хочешь влиться ты в наш круг, мы ответим нет, нет. Гуччи лучше. Джаба, респект тебе, нига, весь день слушаем. Чувак качает, реально хорошо делаешь. Let's go, let's go. После этого выходит трек с одним из участников R&B-клуба Магнусом Опусом под названием «Подними труп». Также на этом треке отметился Челс с ником Фасвей, которым Джаба выпускал достаточно много треков в будущем. Сам трек о невзаимной любви и звучит очень круто. Подними труп, твою мать. Мы же, сука, подними труп, твою мать. Ломбарда, она меня бросила. Где мой оптимизм? Жду ее все утро. Не берет трубки, я надеюсь, это шутка. Перебрала под шофе, конечно, я не злюсь. Целый день смеюсь, white widow с грязью, ну и пусть. И мой стон — это музыка. Этом раз не берет трубку, как и ему за нах. Я все еще вижу твое лицо. Каждый раз, когда я закрываю свои глаза, во сне, наяву, ночью и днем, я так просто не могу забыть тебя. Ты не понимаешь, я очень скучаю. Потом Джаба держал перерыв 2 месяца и в сентябре, и в октябре выпускает 5 треков, плюс альбом в ноябре. Из тех треков, что мне понравились, могу отметить «Столько тебе лет» с Янг Вэем и «Занятой» с ПСВМ. Сказал этой Лали, детка, я не твой. Отдыхаем, курим бошки, мы с братой. Бэйби, перестань, хватит, ты не мой. Разберусь с тобой, потом, потом, постой. Wait. Look, diamonds on my neck. Ice, ice. Мне пора кет, Гуччи, Луи, это мой.
так много народа. На мою суку влияет погода. Я провожу ее до входа. Baby, отвали, мне не нужна сода. Hold up, наверное, ты знаешь, чем наполнить бокал. И я точно знаю, кто из нас твоих брал. Как я сказал, в ноябре Джаба выпустил альбом под названием Love Story Slime Story, в который вошло 15 треков. Первый трек называется Love Story Intro, в котором Джаба очень мелодично и мягко поет о любви и о чувствах девушки. Трек называется Young Jabba, в котором Борис читает о том, что ему похуй мнение других, описывая свой лайфстайл, думая о том, как поднять бабло. Заглянул в банк и взял свои бабки. Они мне завидуют, воют собаки. Беги, мой малыш, и жалуйся мамке. Биг Бури со мной беру салки. Лезу вперед, как лезут макаки. Хватит мне врать, снимите все маски. Я не обращаю внимания на вас. И мне очень жаль, по жизни вы тряп. Проснулся рано и делаю кэш. Успею все сделать, я быстрый как флэш. На мне только Фенти, я очень свеж. Все против меня, да будет метель. Я никогда не играю по правилам. Третий трек — это уже ранее выпущенный трек с ПСВМ «Занятой», который лично меня очень качает. Сказал этой Лали, детка, я не твой. Отдыхаем, курим бошки, мы с братой. Бэйби, перестань, хватит, ты мной. Разберусь с тобой потом, потом постой. Четвертый трек звучит не так, как все остальные. Он более медленнее и драматичный. Называется «Моя жизнь», в котором Борис также читает про свой лайфстайл. Налик, налик, бабки, бабки, деньги, деньги, кэш. Заработал утром, я трачу все на вещь. Бентли, Порш, Каен, Мерс. Выбирай, что хочешь, гараж заполнен весь. Пятый трек под названием «Огни», от которого у меня мурашки. Джаба читает в этом треке о любви и о том, что он рад той жизни, которая у него есть. Этот город манит на себе. Видишь, бэби, мы горим в огне. Где мы, мы не на земле. Но я не важно, главное быть ближе ко мне. Яркие огни светят мне в глаза. Бэби, что ты хочешь мне сейчас сказать? Шестой трек называется «Мы», инструментал которого напоминает мне одновременно и музыку «Сильной игры», и электромузыку, что понравится любому челику на треке. Мы улетаем вместе с ней, yes. Мы сияем, будто это вери, yes. Наша с ней любовь больше, чем секс. Седьмой трек — это ранее высший трек под названием «Гуччи на ногах». Восьмой трек под названием «SVV», который поражает загадочным вам инструменталом, тоже очень мне понравился, и я рекомендую послушать его полностью. Я не могу, 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 я не мог
напали. Они улыбнулись и в сетку попали. Меня не тянет так тебе, ведь это же игра. Повзрослела ты теперь, кругом голова. Ты так хочешь быть со мной, hello, понял, black. Я не верю никому, каждый тут мой враг. Девятый трек «Курим все подряд» с пейсвайем, в котором, я думаю, заложен смысл сжигания молодого себя в стиле рокстар. Курим все подряд, все. Знаем, это яд. Враг мой этому рад. Что сказать, он гад. Детка, ты куда? За окном ведь град. Курим все подряд, 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 курим все подряд. Десятый трек «Oh My» очень мелодичен и мне очень понравился, и он тоже на романтическую тему. Let's go, let's go. Курю этот газ, курим мы на блоке, гейс, гейс. Сука, выиграл я все деньги, это блоки, это блоки. Смотри на мне мои капли, это water, капли, капли. Let's go, let's go. Oh my, сучка моя, в сердце ты отдай. Улетаю в небо, но не в рай. Ухожу, прости, ты не скучай. Oh my, сучка моя, в сердце ты отдай. Улетаю в небо, но не в рай. Ухожу, прости, ты не скучай. Не грусти, ведь скоро будет май. Назови мне свое имя. Назови мне свое имя. Вижу, ты очень красива. Одиннадцатый трек под названием «Hold You» тоже романтической тематики, и Ти Джа почитает о том, на что готов он пойти ради своей любимой. Трек по волне с Apollo If или Apollo 4 соответствует своему названию, так как For Real Jabba является одним из перспективных трэп-исполнителей. Трек «Feel Like Thugger», в котором Джаб читает о том, что стиль его жизни и музыки такой же, как у чуваков с гетто США. Также позже на этот трек был записан ремикс с одним из трэп-исполнителей Loco OG Rock. Трек называется «Моя игрушка». Думаю, по названию все понятно. Трек опять про баб. Ее взгляд так смотрит прямо в мою душу. Если будет скучно, позови свою подружку. Кадрю эту сучку, словно я закинул двушку. Я с нею играю, да. Последний трек «Bass Dance» звучит очень вайбово и реально дает атмосферу какого-то космического ощущения. Релиз выдался очень крутым, после которого Джабу реально заметили крутые чуваки.
Left far from my family. Я на своем пути, у меня много сил. Никому не верю и поэтому один. Джабу снова тут в игре, yeah, it's real. Прихватил с собой свой чапа, сделаю красивый kill. All my diamonds bling, bling, bling. Oh my god, this nigga real, real. All my fingers ring, ring, ring. Пули свистят вокруг меня, wing, wing. Я не знаю, как ее зовут. 8 февраля 2019 года выходит трек Daily Grave и OG Buddha, который дал еще больше толчок музыкальной карьере Джаба. После этого с марта по апрель Джаба начал делать ремиксы на свои же треки. Так был сделан ранее упомянутый I Like Tagis Loco OG Rocka, фит Джусоду на трек «Моя игрушка» и последний трек на данный момент фит Slow Heart на первый трек с альбома Love Story. В настоящее время Джаба имеет большие планы по завоеванию Руму Зла. И как он сам говорит, 2020 год – год Джаба. В этом году Джаба выпустит альбом под названием «Огни», который обязательно найдет своего слушателя. С вами был Lil Bubblegh. Ставьте колокольчик, лайк и делай подписан, бро.